М6 Студио и Метод Анимасьон представляют. Привет, я Николя. Авторы сценария Рене Гассини и Жан-Жак Сэмпе. Я почему-то и на урок. Я с друзьями бегу опять. Продюсеры Натали Альтман, Атон Сумаш, Алексей Сванар, Лилиан Эш, Тапас Шакраварти. Озорниками, ведь я Николя. Обычный мальчик, я не люблю. Композитор Александр Азария. Я Николя. Режиссер Арно Бурон. Привет, я Николя. Записка. Я так хотел поиграть сегодня в футбол. Я тоже. Если бы нам не задали на сегодня сложную задачу. До свидания, месье Дюбон. Да, я не понял эту историю про курицу, которая откладывает по 2 яйца в час в течение полугода. Огромный бы омлет получился. А я уже эту задачу решил. Она совсем простая. А мне совсем просто стукнуть тебя по носу, жалкий подлиза. Нет, меня нельзя бить, я в очках. Все как всегда. Да уж, точно. Ну, Клотер, а тебя задача не волнует, да? Это потому, что я не собираюсь ее решать. Ну, ты получишь 0. Нет, я принесу записку, где будет сказано, что я не решил ее, потому что болел. Учительница узнает твой почерк, глупец. Не узнает. Записка будет напечатана. Ого! Клотер болел и поэтому не смог решить эту задачу. Мам, не могла бы ты мне помочь? На завтра мне нужно решить задачу. Не могу. Мне нужно почистить картофель, а также проследить за пирогом и приготовить курочку. Привет, милая, я дома. Попроси отца. Да! Пап, раз ты уже вернулся с работы, не решишь за меня задачку? Послушай, я хотел немного отдохнуть после тяжелого рабочего дня. И к тому же, ты должен сам делать домашнюю работу, Николя. Но мама сказала попросить тебя. Не следовало этого говорить. Нечестно! Меня никто не любит! Почему ты кричишь? Папа не хочет помочь мне с задачей. Это не очень красиво. Ничего не знаю, и не нужно было давать ему фальшивых обещаний. О, просто отлично. Ссориться со мной на глазах у сына. Чем это пахнет? Мой пирог. О, нет. А как же я? Делай домашнюю работу. Записка будет напечатана. Учительница, простите, что Николя не решил задачи по математике. Прости, по-моему, глупо было ссориться из-за задачки. Может, нанять Николя репетитора? Неплохая идея. Я знаю, кто мог бы этим заняться. Ну и отлично. Ужинать, Николя! Иду! Я весь вечер решал, и у меня получилось 4225, а у вас... 4225? Чепуха! Наверное. У меня тоже 4225. Я спокоен, на этот раз все верно. Я сверился с Миксаном, у нас 3804. Учительница знает, что вы друг у друга списываете, получите 0. На этот раз мы не волнуемся, наши папы в курсе. Урок начинается, дети, стройтесь. А я принес записку. Я тоже.
Это была моя идея. Я первый придумал. Отдай быстро. Ну вот еще. Ну-ка, прекратите. Хватит, вы двое. Или отправитесь в угол. Отдайте записки, пожалуйста. Судя по количеству ошибок, это написали не ваши родители, верно? Нет, мадам. Я напечатал записку. Да, и я тоже. Двумя пальцами. Признание вины облегчает наказание. Вам нужно будет написать всего 250 строк и решить задачу. Привет, Николя. Хочешь покататься? Не сегодня, Луизет. Слишком много домашней работы. Жаль. Пока, Николя. Николя, послушай. Мы решили помочь тебе, сынок. Это Антуан. Он будет помогать тебе с математикой. А? Забавно, похож на Аньяна, только старше. Антуан пришел помочь тебе, Николя. У меня отличные родители. Они нашли того, кто решит все за меня. И что ты делаешь в школе? Ну, иногда мы играем в ковбоев, иногда в салки. По математике. Ха. А, хочешь решить мою задачу? Нет, об этом не может быть и речи. Я объясню, как ее решить, но делать этого за тебя не буду. Запомни. А! Ну, это просто. Надо посчитать, сколько куриц нужно, чтобы снести 1000 яиц за один месяц при скорости 2 яйца в день. При какой скорости? Хорошо, давай я приведу пример. Возьмем торт или яблоко. Нет, у тебя есть игрушки? Шарики пойдут? Начну сначала. Вот у тебя курицы, а вот яйца. Эти яйца, вот смотри. Как у вас дела? Антуан, ты играешь с шариками, пока Николя трудится? Вовсе нет. Мы изучаем математику. Используем шарики в качестве учебного материала. Ладно, хорошо, не буду вам мешать. Вылитый Аньян. Тот выглядит точно так же, когда боится, что его ударят. Давай попробуем что-нибудь другое. Возьмем 10 рельсов. Сейчас мы переходим к серьезным вещам. Теперь убираем этот рельс. Будет авария! Но я не о поезде говорю. Мы же не играем. Я вообще уберу этот паровозик. А? Нет, милая, он не играет в шарики. Они с Николя собрали железную дорогу. Но мы не играем. Мы работаем, месье. Послушай, я не буду платить за то, что ты играешь с моим сыном. Но я... О, ну ладно, хватит с меня. Ну, молодец! И как теперь я буду решать задачу? Не волнуйся, Николя. В конце концов, я могу решить ее сам. Не такая уж она и сложная. Ну, пап, все в порядке? Ты все понял? Ты справишься, решишь задачу, пап. А, да, точно. Я принес ваш штопор. Кстати, он сломан. Да, хорошо. А что это вы здесь делаете, Николя? Папа не может решить мою задачу. О чем ты говоришь, Николя? Конечно, могу. Это вопрос времени. У тебя его немного. Завтра мне надо ее сдать. Ну-ка, подвинься. Лучше мне взглянуть на нее. Блитур, не лезь не в свое дело. Итак, что тут у нас? Ну что, ты не такой умный? Ты такой смешной. Я просто немного забыл, как это делается. Ну-ка. Советую, лучше не мешай мне. Решишь ее? Спорим? Спорим. Не мешай, Николя, нам нужна тишина. Прошу,
Поиграй на улице. Ура! Николя, ты уже закончил? Почти. Папа и наш сосед мсье Блитур делают ее сейчас за меня. Ух ты, как тебе повезло. Да, знаю, они хорошие. Да уж, ну и задачки теперь задают детям. Ты что, признаешь поражение? У тебя у самого-то вообще-то идеи есть? Ну, в отличие от тебя, я никогда не сдаюсь сразу. Вы еще здесь, мсье Блитур? Ничего себе, уже время ужина, я пошел. Прости, уверен, я почти решил ее, но что делать? Супруга рассердится, если я опоздаю. Похоже, я выиграл, верно? Пап, ты решил задачу или нет? И да, и нет. Ну ты же решишь, да? Послушай, уверен, в задании есть ошибка. Так что я напишу для тебя записку. Да? Ты думаешь? Конечно, один раз не страшно. Никому ни слова. Особенно Блитуру. Уважаемая учительница. Только без ошибок, ладно? А что? А то учительница даст еще одну задачу по математике на дом. Точно. Пожалуйста, прошу извинить Николя за то, что он не выполнил домашнюю работу по математике. Сегодня он пришел из школы с небольшой температурой, и мы решили отправить его в постель. Ух ты, мой папа самый лучший в мире. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал», Всемирная сеть.